находимся в Лондоне, а это легендарный музей Гарри Поттера. На этом автобусе мы приехали сюда, а именно в этой студии снимались все фильмы о Гарри Поттере. Все декорации, парики. Полностью здесь жила вся съемочная группа с актерами на Замок Хогвартс был специально построен для съемок фильма «Гарри Поттер». Во всех частях, где вы видите вот огромный замок, на самом деле вот такие вот 3-4 сантиметра, буквально метра вот этого замка, выстроены специально в виде шаблона. Пожалуйста. Зельеварение. Профессор Снейп. Помните, их было два профессора, да? Вот второй профессор Флотхорн. Полностью вот здесь снимались все эпизоды, связанные с зельеварением в фильме «Гарри Поттер». Там был актер Джим Роуза, да, здесь. Гоблины. Вот так вот создавали все гоблины в фильме «Гарри Поттер». Там здесь, пожалуйста. Профессор, скажите, преподаватель состав Хогвартса, самое главное место. Хагрид, Снейп, Дамблдор, МакГонагалл, Крюк, Трелони и Флитч. Дальше, пожалуйста. Это место, где снимался фильм «Гарри Поттер». Это значит ворота Хогвартс, если вы помните. А это дырявый котел. Знаменитое сливочное безалкогольное пиво волшебников именно распивалось здесь. И именно здесь этот фильм снимался. Со всеми. Профессора Дамблдора. Все сделано в натуральную величину, конечно же. Все как по-настоящему. Помните, да? В общем, Brothers в Лондоне имени Гарри Поттера, откуда через платформу все ходили студенты, и дальше шли сюда на Hogwarts Express. Кстати, почти настоящий поезд. Hogwarts Express. Именно на нем все студенты Hogwarts передвигались куда? Знаменитый Hogwarts. Школу чародейства. Вот именно этот поезд и был задействован для съемки этого фильма. Пресс, вот, пожалуйста, внутри, скажите. Специально для этого фильма вот этот поезд был создан специально, вот Hogwarts Express, почти как настоящий. Вот, пожалуйста.